упражнение махи согнутой ногой с утяжелителей кверху, в упоре на коленях и на руках. В данном варианте мы выполняем подъемы с гантелькой. Основные моменты здесь не делать большой прогиб в поясничном отделе. Тянемся кверху за счет сокращения мышц, а не за счет рывка. При подъеме ноги кверху выполняем выдох, плавно отпускаем к низу. Носочек оттягиваем на себя, тянемся пяткой кверху. Хорошо, достаточно.